Занимательный час. Марафон открытых эфиров с таким названием стартовал в столице Чувашии. Он запущен специально для школьников, которые занимаются дома. Мы рады приветствовать вас на марафоне открытых эфиров. Сейчас очень важно, чтобы каждый из вас, каждый мальчишка, каждая девчоночка находилась дома в безопасности. Каждое утро дистанционные участники марафона начинают зарядки. В 7:30 профессиональные спортсмены показывают комплекс упражнений. Педагоги, психологи, музыканты. В отведенное для них время в 2 и 3 часа дня интересные люди в прямом эфире будут разговаривать со школьниками. Сегодня у нас в эфире час КВН и час детского психолога. В другие дни вас ожидает час музея, час спорта, мастер-классы, игр-часы и учебные часы для старшеклассников. Это решаем ЕГЭ и УГЭ. Параллельно с марафоном стартует и творческий конкурс «Звездный час». Вокал, хореография, оригинальные и литературные жанры. В конкурсе несколько номинаций. Участникам нужно записать 3-минутное видео и отправить в управление образования города Чебоксары. Голосовать за них можно там же на сайте. Победителей ждут призы и подарки. Юлия Важенина, Павел Иритков, Республика.